Зайцы лесные по ночам кормятся корою деревьев, зайцы полевые – озимями и травой. Гуменники – хлебными зернами на гумнах. За ночь зайцы прокладывают по снегу глубокий видный след. До зайцев охотники и люди, и собаки, и волки, и лисицы, и вороны, и орлы. Если бы заяц ходил просто и прямо, то поутру его сейчас бы нашли по следу и поймали. Но заяц труслив, и трусость спасает его. Заяц ходит ночью по полям и лесам без страха и прокладывает прямые следы. Но так как только приходит утро, враги его просыпаются. Заяц начинает слышать то лай собак, то визг саней, то голоса мужиков, то треск волка по лесу и начинает от страху метаться из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается чего-нибудь и побежит назад по своему следу. Еще услышит что-нибудь и со всего размаха прыгнет в сторону и поскачет прочь от прежнего следа. Опять стукнет что-нибудь, и опять заяц повернется назад и опять поскачет в сторону, когда светло станет. Он ляжет. На утро охотники начинают разбирать заячий след, путаются по двойным следам и далеким прыжкам и удивляются хитрости зайца. А заяц и не думал хитрить, он только всего боится.